выставил на сервисе Авито объявление о том, что ищу подработку. Со мной связались и сказали условия, что мне дадут адрес, мне на него надо будет приехать, забрать деньги, забрать свою часть и положить на счет в банкомате. Я так сделал 2 заказа. В содеянном я раскаиваюсь и осознаю, что совершил очень плохую ошибку. И скажу, лучше не занимайтесь такой ерундой.